Доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой личный видеоблог в YouTube и персональное спасибо тем, кто является его подписчиками. Если вы не подписались, рекомендую сделать это прямо сейчас. Почему? Посмотрите этот видеоролик и примите для себя решение, быть подписчиком или нет. Знаете, что сейчас на ваших экранах? Это диалоговое окно Facebook. Диалоговое окно при блокировке данного аккаунта. Слава богу, пока еще не моего. И уверен, что я не попаду в немилость к Facebook. Но чье же это? Каждый раз, когда вы попытаетесь использовать всевозможные программы накрутки, каждый раз, когда вы попытаетесь использовать всевозможные роботы, всевозможные коды HTML, которые будут таким или иным образом размещать информацию по группам, рано или поздно Facebook постучится в вашу дверь, точнее, закроет вам ее для входа в ваш собственный аккаунт. Хотите ли вы этого или нет? Очень много людей годами нарабатывают свои списки контактов, свою ленту, свою хронику. Годами нарабатывают те самые драгоценные мостики между собой и между теми, кто их смотрит. И вот в одночасье вы можете всего этого лишиться. И уже Facebook рассмотрит, насколько далеко вы пошли, используя всевозможные программы, которые автоматизируют работу для вас. Но Facebook этого не любит. Программы, которые рассылают информацию от вашего имени по всевозможным группам. Да, это действительно хорошо. Но Facebook не любит спам. Facebook хочет, чтобы люди общались, а не перенапрягались с рекламой. Напрягали других, и поэтому делают все, чтобы в итоге вас наказать. Итак, на весах весь тот опыт, все то общение, все те драгоценные контакты, которые вы наработали, быть может, не за один и не за два дня, а за годы, и возможность поиспользовать на халяву какую-нибудь программку, какую-нибудь такую интересную штуку, механизм, который определенную часть работы возьмет на себя. Выбирайте. Выбирайте. Либо все начинать с нуля, либо работать и приумножать свои контакты и быть успешными. Быть всегда доступными в Фейсбуке, быть всегда узнаваемы и находимы. Удачи! С вами был Таль Шахар.